каждой подпиской на канал мир становится добрее. Подпишись. Манюна с вами. Всем привет. Сегодня 14 февраля, день всех влюбленных, день Валентина и так далее. И в честь этого дня выпустили клик-клак новое видео, которое называется «Коротко о любви ко дню всех влюбленных». Погнали смотреть, окей. Как понимаю, это короткометражка, что очень необычно и мне уже интересно. Автор Илья Прусикин. Окей. Слышишь? Боль. Это нечто особенное. Это как любовь. Как дар. Стоит ей один лишь раз тебя коснуться, и ты ее никогда уже не забудешь. Я могу поделиться с тобой этим даром. Вау. Они считают меня маньяком. Я не маньяк. Я служитель боли, я ее уважаю. Я не жестокий. Я великодушный. Именно я заставляю заблудших вернуться на путь истины. А что ты делаешь? Что ты делаешь? Ты отвергаешь мой дар. Но я не могу забрать подаренный мною тебе. Мне кажется, он круто играет на самом деле. Мне нравится. Я считаю честным забрать твою жизнь. Именно поэтому сейчас я тебя убью. А, ты убьешь. А что, не так? Нет, все хорошо, все нормально. Все нормально? Да, давай, продолжим. У тебя всегда все нормально. Так и знал. Что ты хочешь сказать? Конкретно, что ты хочешь сказать? Ты хочешь его убить? На, убей. Давай только не будем скандалить вот на пустом месте. Просто возьми пистолет и убей его. Все. И никакой проблемы между нами нет. Уже не хочу. У меня нет настроения. В смысле нет настроения? Ну давай тогда его отпустим. Ребята, отпустите меня, пожалуйста. Заткнись! Я с пистолетом. Я подготовил речь. Я произнес речь. Я его убиваю. Это логично. Понимаешь? Вот. Вот. Я подготовил речь, я толкнул речь, у меня пистолет, я-то, конечно, я же тут просто насрано стою. Ну чего ты накручиваешь? Я эгоист, потому что ты эгоист. Где я эгоист? Где я эгоист? Когда же маньяков есть проблемы житейские? Суши. Вот. А то, что я терпеть не могу суши, тебя не волнует. То, что я люблю пиццу, тебя не волнует. И вот эти «Игры престолов», в которые мы сидим, смотрим целыми ночами, меня уже вот здесь. Да это офигенный сериал! Да говно твой сериал! Нормально, сериал же. Вот, вот, видишь? Нормально, сериал же. Откуда я мог знать, что тебе не нравится, если ты мне не говоришь? Вот. Это называется взаимопонимание, диалог, мы разговариваем, вот и все, и никаких проблем нет. Вот сидите с ним, смотрите «Игры престолов», заказывайте, что вы там любите, суши, соситесь там. Ты просто на пустом месте делаешь катастрофу из ничего. Вот жиза. Ты сейчас себя ведешь так, как в прошлый раз на даче. Я тогда извинился. Я знаю, что сделал? Я извинился тогда! Да, ты извинился! Ну как ты извинился? Тебе показать, как я извинился? Я сказал, извини меня, пожалуйста! И после этого она сказала, хорошо, как я могу понять, что ты меня не простила? Ой, все. Девушки часто так делают. Тогда. Знаешь, мне кажется, нам нужно взять паузу. Какая-то фигня в отношениях. Кать. Ну как-то все что ли в тупик зашло. Ну, Кать. Как-то ты мне все время. Они его убьют или нет? Обещал на мне жениться. И так и как бы не сдержал обещания. Ну все, не плачь. Ну все, не плачь, Катюша. Катюшенька, не плачь. Слышишь, Кать? Вообще это хотела сделать вечером. Что сделать? Екатерина Олеговна, не согласитесь ли вы стать моей законной женой? Самоньячницей. Да. На перчатку? Классно. И пофиг, что будет кровь и так далее. Это, что, кажется, все равно убьют. Да, он радуется.
Поздравляю. Хочешь, вместе его убьем? Это так романтично. Они вообще убьют. Эл значит любовь. Найс. Только потому, что кто-то тебя не любит, тебя так, как тебе хочется, но не знаю. Ааа, я не успел прочитать, я еще читаю как конченый. Неважно. Это необычно. Это очень странно. Я сейчас ожидал видеть чуть другое, а тут прям... Ну это... Вначале это прям так трагично, прям так, знаете... типа ни хрена себе, триллер какой-то, а потом начинается какие-то как комедия, потом они все равно его убивают. Мне нравится. Мне нравится подобное. Почему? Не знаю. Может потому, что в «Игре престолов» часто такое же. «Игра престолов» нормальный сериал, мне тоже нравится. Ребята, ссылочка на оригинал в описании. Пожалуйста, перейдите, подпишитесь на клик-клак, кто еще не подписан. Также, если вам понравилась моя реакция, можете подписаться на меня, поставить лайк, подписаться на мою группу ВКонтакте, на мою личную страничку ВКонтакте. Будьте молодцами. Я вас всех очень люблю. Всем удачки. Всем пока-пока.